Всем привет! Сегодня 2 февраля, и я приступаю к посеву астры китайской. Я подготовила емкость высотой 5-7 см, наполнила ее грунтом готовым для сенполей, в котором уже содержится азот, фосфор и калий. В него же я сажала и петуньи. Разложила семена на такую емкость где-то 30 см длиной на 15. У меня вышло 8 семечек. Близко сажать не нужно, 5-7 см. Поскольку я пикировать их не планирую. Плюс 2 страховочных семечка на случай, если эти не взойдут. Что делаю дальше? Вот так лопаточкой на сантиметр утапливаем наши семечки. Грунт. Вот таким образом. И присыпаем земелькой. Так. Сейчас нужно опрыскать раствором корневина, тепленьким, хорошенечко, и накрыть пакетом. Они у меня пойдут на полочку ко всем моим цветам для прорастания.